мой сегодняшний лук. Привет, дорогой видео. Так и живем. Кроссовочки. Тени Бэлансы я выкинул. Приготовил огромное количество еды. В сумке, видите, ведро. Там мясо, котлетки. Здравствуйте. Время уже 9:16. Надо, конечно, ускориться. Утром сделал только один подход. Смотрите, сколько волосы отросли. Один подход. Да, отжимания. Все. Поставил на стирку вещь. Так потихоньку. Сейчас на автобус. Ничего. Ну, нормально, кстати, неплохо залило. Даже более чем залило. Уже все забито. Мышцы забиты. И видно, что есть что прокачивать. Нормально. Но заниматься становится тяжелее. На самом деле. Так, два. Так, ну. Посмотрим. Сегодня тоже брусья. Это получается 4-й день из 30. Нормально. Доброе утро. Меня ждет соседский завтрак. Небольшая порция. Горечки с мясом. Ну, килограмма 2 тут может быть. Так вот, собирается масса, ребят. Так, вот мой сегодняшний лук. Привет, дорогой видео. Так и живем. Кроссовочки. Тени Бэлансы я выкинул. Приготовил огромное количество еды в сумке, видите, ведро. Что, иду, собственно, на турник. На 4-й. Сделаю 5 подходов. Посмотрел кучу много разных интервью интересных. Запрещенные соцсети у меня уже 708 подписчиков. Форма все лучше и лучше. Так дела в целом налаживаются. По поводу спортпита и т.д. и т.п. В общем, на это все тратится где-то 5000 в месяц. Я тратить пока не буду, потому что, ну что, ночами в зал не пойдешь. Так, отлично. Сделал 5 подходов. Вот 12 раз. Чуть видно, много съел. Подташнивает. Причем я ел 2 часа назад. Нормально забивается. Сегодня вот 4-й день. Завтра 5-й. Сегодня 4-й день из 30 дней брусьев, так сказать. Форма чувствуется просто отлично. Тело прям начинает неплохо развиваться. Но забивается. Сегодня даже было немножко страшно, потому что сегодня день этих, день плечей мне предстоит. Предстоит сегодня серьезно позаниматься. Посмотрим. Вчера были руки, сегодня день плечей. А так по целям. Ну, жду 20-го. Вы писали комментарий, что только про тренировки. Я просто на самом деле не успеваю про все рассказать.
И получается, что самое важное вот этот челлендж. Нет, челлендж как бы это второстепенно. Больше, так сказать, для здоровья. Это все история. А важное, как было, так и остается. И просто жить. Потихонечку идти к целям. Но я рад, что вредные привычки бросил. Начал заниматься спортом. И как-то легче с многими вещами. То есть даже, ну, больше вот это психологически намного легче. Как это? А, побороть, так сказать. Не побороть, а выстоять. Вот. Выстоять многие вещи. То есть моменты, над которыми я прям парился. Сейчас это ушло. Лишним, так сказать, точно не будет. Посмотрим. Мне нравится, что даже возник вот такой фанатизм. Я просто вспомнил детство, когда мы ходили там с другом детства тоже. Ходили в Атлант там на Медведева. Но я почему-то бросал. Все время бросал тяжелую атлетику. Потом с Вадимом там тоже ходили. Постоянно фитнес, какие-то залы. Но я все время бросал. А, даже до Москвы я же готовился. Мне это очень нравилось. Блин, я сейчас вспомню. И как приехал в Москву, я год как бы занимался после работы в баре. Я просто отжимался. И на спортивной площадке, прям перед сном. Никого тогда не знал, ни живой души. Да, у меня, кстати, была только запрещенная соцсеть. И все. И тоже никаких вредных привычек. Год, наверное. А потом как-то пошло-поехало, дурная компания. Я тут понял, что к чему вообще. Как в Москве все тут устроено. Ну, сейчас это уже осознанный выбор, который, не знаю, наверное, один из самых лучших. Просто годы пролетят быстро. Не хочется жалеть, я просто не понимаю, почему я 10 лет не занимался спортом. Без перерыва, честно. Хотя мог на турник. Понятно, что может быть не профессионально, на турник ходил бы. С многими вещами легче было бы бороться. Так что есть отличный момент, наверное, стать. Знаю, сзади меня второй, вот теперь. Распереди сзади. Такая тема. Не знаю. А по поводу трат. Ну, нужно. По идее, чтобы эти траты не чувствовались. Вот 5000, да, допустим, на фитнес-клуб и на спортпит. Там даже может меньше. 3 или 4 тысячи. Ну, 1700. 1700 абонемент на месяц, и, скажем, и спортпит 1390-1500. Итого это 300. Ну, считаю, побольше просто. То есть нужно 5, нужно 550 под 11,3%. Это 5179 в месяц. То есть, если вы отложите 550 тысяч под 11,3%, в месяц на спортзал вам и на спортфит хватит. В месяц, то есть вы полностью покроете эту затрату, даже выше, даже больше. Вот такая тема. Я пока как бы все-таки на это не трачу, потому что тоже и могу бросить. Как бы вот занимаюсь так, челлендж начал делать, хожу на турник, отлично.
без фортпита. Все-таки не так профессионально. Спортзал тоже ночью. Расставаться со стримами не хочется, хоть и никто не заходит. Я продал бы технику, но она что-то не продается. Да и в целом мне это нравится. То есть тоже жалко. Как бы хоть как-то отдохнуть, а то, что будет работа и спортзал, то хотя бы есть еще и Twitch. Плюс там, ну вот, занимаюсь немного времени, то есть 15 минут в день. 15 минут в день. Это не час, не два перед сном. Такая тема. А если уже будет желание профессионально, то надо, конечно, идти в спортзал и тратить эти 5000 или 300. Пока это чисто из-за времени. Из-за времени, из-за... зачем будет простаивать тогда технику? Ну, бессмысленно, короче. Поэтому рационально всего просто ходить на турник. Не филонить. Это идеально. Без спортпита и готовить есть. Не тратя на эти деньги, а деньги лучше откладывая. На такой же, под такой же процент. Чтобы в дальнейшем покрыть расходы спортзала. Того же. Если вдруг захочется или будут какие-то уже успехи. Или свободное время. Но если честно, на те же 5000 я бы лучше пошел на какое-то единоборство. Единоборство, либо армрестлинг. Я в месяц бы отдавал 5000. Это было бы намного эффективнее. А так ради просто качалки. Ну, качалки спортивного питания. Ну, такое. Так что я... Короче, это хорошая тема. Это не какая-то вредная привычка, но... под мой, так сказать, образ жизни достаточно нерациональный сейчас. Но это, видите, опять же, ответвление от цели. У меня все-таки главная цель — это набрать, собственно, вот эту мечту. Набрать эту сумму. Чтобы навсегда, раз и навсегда у меня был этот пассивный доход. А то мне уже не терпится к другой своей цели, а я пока еще это доделываю. Так что так. Другая, более интересная. Более масштабная. Но вот хочется хотя бы это сделать, потом уже на масштабную полезем. И там уже будет видно. Так что я думаю, самый рациональный этот подход. Вот. Просто ходить на турник. Есть. Нормально питаться, ходить на турник. Ну и дома качаться. Как бы гантели вот друг под окном. Так что так. Уже понемногу устаю смотреть там всех качков. Интересно, знаете, в этом всем, что процесс требует достаточно терпения. То есть через неделю ты видишь какой-то результат. Не сразу, а через неделю. Через две недели. Видишь, что плечи у тебя там растут или руки. Интересно. В общем, я думаю так. Это тоже незаметно пройдет 3 месяца. И бросишь. Смысл туда тратить 5000. Лучше пускай она работает на тебе. Вот так. Да, я просто, видите, с вами сейчас все взвешиваю. Нужно, не нужно. Все-таки не нужно. Надо качаться дома. Тем более прогресс очень хороший. Прогресс есть.
когда стопнется прогресс. Ну что, что-нибудь придумал? Пока прогресс есть. Отлично. Ну и самое главное, что не тратится очень много времени на это. Можно было, конечно, продать все, что есть, и просто ходить в спортзал. Но такое. Да, с одной стороны, чуть даже свободнее будешь себя чувствовать. Но с другой стороны, зачем брал? Это тоже огромное удовольствие, когда сижу там на Твиче. Пусть и нет сейчас никого из аудитории, но мне нравится. Я так представляю, что я где-то в будущем, когда у меня есть своя квартира, я просто занимаюсь творчеством по КД. Ну вот так. Такая тема. Хочется, понасмотришься, это тоже как бы маркетинг, наверное. Понасмотришься всей этой темы, хочется купить и спортпита, и пойти в зал. А потом понимаешь, что ты работаешь как бы до 10, пока дойдешь до зала, что там час-два заниматься, потом ночь. И так, если это среда, четверг, то вообще не успею, я пока доеду, это уже 11. То есть, считай, 8 дней в месяц пропадают. Поэтому тоже смысл их оплачивать 8 дней, если они пропадают. Так что такая история. Интересная. Поэтому, видите, надо как бы смотреть, да, на эти красивые картинки, но не забывать, что вот образ жизни-то у меня чуть-чуть отличается от блогеров или да, обычных офисных каких-то работников, да, которые там с 8 до 5 или с 8 до 6 сидят. У меня все-таки 12-часовой рабочий день. С 10 до 10. 8:20 я встаю. Сейчас стараюсь раньше ложиться. Так что вот видите, я с вами пообсудил это с самим собой. И понимаю, что, блин, залы спортпит это овер как нерационально. Я тогда тоже, когда, ну, типа, понял, что мне важнее накопить, я перестал пить его спортпит. Ну так. Че, не до 11, что ли? Вот сидит в магазине. Мужик. Да, мне кажется, до 11. Тоже жестко. А, так сказать, без этой... Без рекламы, в плане того, что продажи рекламы или там что-то каких-то коллабов жертвовать временем не очень хочется. И жертвовать компом. Ну, то есть, блин, смысл будет простаивать такая дорогая техника, свет профессиональный, комп, два компа, микрофон. То есть это будет фактически простаивать 1300, может даже больше, потому что там микрофон только в 90 с чем-то. Вообще все это собиралось, чтобы монтировать, чтобы делать, так сказать, контент, улучшать. Но видите, контент не улучшился. Там лежат эти петли, которые я не использую. Я выставил их на продажу. В итоге их нельзя разместить на Авито, что-то там. Только платно. Такая история. А, стыдик надо выложить тоже. Я просто не успеваю. Видите? Надо все-таки подстраивать все под свой, так сказать, образ жизни. Поэтому я уже и брал эту ретро-камеру, да, чтобы снимать, а-ля фильм сделать для подписчиков. Потом аудитория упала, и как бы
Поэтому нет ничего рационального. Хорошо, что я не купил ни GoPro, там, ни еще одну экшн-камеру, которую хотел. Потому что я просто не снимал бы. И все лежал бы. Такая история. Но важно подстраивать именно под себя. То есть, чем ты будешь пользоваться. И также это. Смысл мне фитнес-клуб, если я 8 дней туда не буду ходить. Из-за своего, ну, из-за работы. А куда вы едете? А работа – это деньги, смысла нет жертвовать. Ну и тем более, я только начал все это делать. Набирал как бы клиентуру там. Все это набирал. Сейчас как бы жертвовать этим не очень хочется. То есть несколько месяцев я там, 3 месяца набирал аудиторию. У меня же даже мои клиенты туда начали ходить, как бы по зарплате чуть побольше там стало. Вот за 2 дня, которые я работаю там. То есть такое. Короче, не буду я париться, мучиться. Я пойду париться и мучиться. Просто буду в том же режиме, как сейчас. Главное заниматься. Дома и вот турник. Сейчас 30 дней. Сколько осталось? 26 дней. Завтра будет 25 дней. Добью и начну турник. Тоже попробую ходить на турник. Ну, также турник и бруси. Я надеюсь, что это станет прям постоянной привычкой. Вот фактически зал. Я думал, что я там прям мега сильнее прогрессирую. Особенно все-таки отдыха организму будет не хватать. И плюс 2 часа еще на тренировке загружаться. Потом 12 часов работать. Но это износ. Тело не будет прогрессировать. Да. Поэтому нужно эти все моменты учитывать. А как бы 15 минут. А 15 минут организм не успеет. Успевает отдохнуть. Ну, точнее, позанимался 15 минут. Потом организм отдыхает. А тут как бы 2 часа. Потом ты ложишься спать. И организм не успевает как бы нормально отдохнуть. Все-таки нагрузка 14 часов или в 12,5. Ну, типа, я считаю, работаю тренировку. Разница есть. Так что так. Ну, грубо говоря, может, я, конечно, все это преувеличиваю, но звучит очень логично. Поэтому даже вот эти там 30-40 минут, что я тут вот возле работы живу, мне очень помогают. И тоже дают как бы терпение. Плюсик терпению. Прорвемся. Блин, я, в общем, откидываю эту мысль. Мне кажется, я начал набирать, но не сильно. А по поводу спортпита и зала. Я откидываю, это все красивые картинки. Все-таки нужно жить именно своей жизнью. А моя жизнь такова, что у меня есть бесплатный спортзал вот в каждом дворе. Смотрел видосы про Москву. И тоже прям так эмоциональный этот всплеск. Типа, вау, как потрясающе, что я живу в Москве. Смотрел разные рилсы. Думал, блин, насколько красиво. Просто топово. Прям, ну, чисто живешь в мечте. Так-то. Сразу заскучал, потому что я давно не гулял. Ведь когда ты это делаешь, типа, не замечаешь ценность. А когда этого нет, уже, ну, прям такая ценность. Просто даже прогулки, так сказать, по дневной Москве
ритм дворам центра. Заскучал я. Ну, с таким приятным, приятным этим. Приятная грусть у вас тут называется. Это не критично. Но мне понравилось. Блин, как круто. Просто взять паузу и порассуждать. На самом деле. Причем, чтобы вы понимали, я уже, наверное, неделю думал, что зал это потрясающе. Зал это круто. Уже там или спортвид. Но на самом деле это мега нерационально в моем случае. Но типа не моя история чисто. А я уже думал. Потому что друг хочет зал. Да, и хочет спортвид. И вот это его больше история, чем моя. А моя из-за картинки. Как бы смысл картинки, если нужно будет, можно и на турнике показать. Это даже будет лучше. И людям больше зайдет, когда ты так не тратишь денег, имеешь потрясающую форму. Короче, круто. Так, посмотрим, если удастся мне всякие вещички, которые мне пользуются, продать. Потом, если что, куплю. Пока они мне не очень важны. Тоже стритик, микрофоны. Так, еду. Вот, кстати, мой лук. Заметил, что аудитория, так сказать, сменилась. Алина что-то вообще не заходит, уже давно не было ее. На день рождения тоже не зашла. Вот у меня было 16 сентября ДР. Сейчас уже 19. Ну, ничего, Раби тоже перестал смотреть. Но зато у меня 2900 подписчиков. 2930 подписчиков. И в запрещенной соцсети 708.